прямо в парк? Мы ездим по Амстердаму, ищем парковку. Тут все забито и везде куча автомобилей. Мы здесь запаркуемся, выберем велосипеды и тем самым опять нарушим все законы. Breaking the law. Вот, привет, наши зрители. Сейчас мы находимся в Амстердаме в районе красных фонарей. Тусим здесь целый день, и Амстердам на самом деле очень красивый город, и мне понравился больше всего из всех тех мест, которые мы посетили за нашу поездку. Ну а, как говорится, я надеюсь, чем дальше, тем лучше. Также сегодня мы поучаствовали в прямом эфире телеканала «Дождь». Гуляли, заливали фоточки на сайт. Сзади нас стоят двое русских парней. Паша, а мы здесь, короче, в отель сняли. Прямо здесь, он там на неделю приехал. Да что, вы заценили уже удовольствие? Они клевые, но 50, но очень вчера, много. Вчера мы дали днем по 15 это, евро, они стоили днем, это было днем, короче. А сейчас, короче, везде не кричат 50. Может быть, из-за того, что сходка туристов вечером, и поэтому разрушается. Просто думали из-за того, что вечер, и просто поэтому... Да. А так вот днем 15 евро, короче. А сейчас, мы начали ходить, смотреть, все кричат 50 евро, 50 евро. Ну, на африканку, короче, четко попали 15 евро. Потом очень крутая тёлка, я даже не думал, это боялся спросить, сколько она стоит. Ну прям реально крутая тёлка. 15 евро, представляешь, 15. 20 минут. Не, нечего сказать. Ну, Виталику нечего сказать, но в общем-то он согласен, что это очень красивый город. Тут на самом деле очень круто. Тут трехэтажные, четырехэтажные дома, очень уютно, очень чисто. Все очень какие-то такие приятные, добрые. Катаются на велосипедах, ну, что-то там делают, свои дела какие-то. Крутой город.